которая является частью интернет-проекта. Значит, заместитель главы Министерства инфраструктуры Виктора Долганя, новый въезд пути в ЕС. Так он заявил, что сегодня он не видит вообще перспективы Николаевского аэропорта. А он житель какой области? Я не знаю, какой он житель. Он обратил внимание на то, что сегодня перспектива есть в Одесском аэропорту и Херсонском аэропорту. Он не видит перспективы вообще развития нашего аэропорта. Владимир Александрович, тогда я вам, если позволите, отвечу коротко. Или не коротко. Что касается программ, да, то звит по программам нам надо будет, мы их отдельно посмотрим, как они выполняются с вами. Дело в том, что программа год еще не закончился, да, они там подтягивают программы, и мы посмотрим динамику изменения программы. Что касается аэропорта, конечно, аэропорт должен показывать убытки, потому что идет туда, запустился, идет вложение в аэропорт. Что если заявление какого-то чиновника, что он говорит, что там якобы невыгодно иметь аэропорт, я скажу вам, ну, конечно, конкуренты не гребят даже там. Знаете как? Я не так не говорил, я говорю о том, что никому не выгодно сегодня ни Одессе, ни Кировскому, чтобы мы работали. Но мы будем работать, конечно, то, что мы здесь с вами обсуждали 15 декабря, это я покушал с Дедами Морозами, это было, да, там, вот. Действительно, Алексей Юрьевич вам сказал, когда будет открыт, он будет открыт. Он в начале следующего года будет открыт аэропорт. И я думаю, мы спокойно выйдем на... Вот назовите дату. Эти 15 декабря полетели. Смотри, на самом деле у нас на все прекрасно с аэропортом. У нас сегодня работает комиссия, да? Сегодня работает комиссия, сегодня позвон комиссии, чтобы не злазить, давайте подождем немного. И я думаю, будет положительный выстрелок. У нас у ГРУ монтируется оборудование. И насколько я знаю, компания МАО, которая сегодня хочет совершать авиаперелет Николаева-Одесса, она выдвинула свои условия, что обязательно на борту должно быть не меньше 26 человек, по-моему, на перелете, а сумма не должна быть там что-то меньше быть 11 миллионов. А вы знаете, что Херсонский аэропорт, он небольшой аэропорт, он переварил на 12 декабря 100 тысяч пассажиров, из них процентов 60 это Николаевская область. Вы знаете, что с Одессы улетает 40 тысяч николаевцев? Но не потому, что они любят Одессу, а потому, что негде откуда с Николая летают. С Киева летают. У нас аэропорт – это отдельная тема, это очень перспективное направление. Сегодня наша полоса – это входит в пятерку лучших полос по территории Украины. На сегодня полностью восстановлено ССО, которое нам позволит год-полтора летать, пока новое построено. Там регуляторы яркости все восстановили. Сейчас восстанавливается сертификация, полностью сделан практически забор. То есть, ну, мы готовы. Окупаемость аэропорта. Я хочу сказать, смотрите, если хотите знать окупаемость, к примеру, аэропортовый сбор, да, с каждого пассажира, по постановке комиссии, по-моему, там $13 или сколько с пассажира. А где их взять пассажиров? Ну, я говорю, они есть физически, летают, все летают. Тут у вас коллег все они кроме летают туда. Какая окупаемость моста или окупаемость? Нет, ну, смотрите, если потраченные деньги. И наши коммунальные предприятия должны приносить прибыль. Деньги вложены. Нет, ну зачем Бога? Это хочется. Ну ты будешь пользоваться, а потом, слушай, без скидки. А я не буду. Вот смотрите, я прошу, по пути аэропорту, проверьте скидки на билеты не давать. Чтобы вам помнить. Поэтому, ребята, ну, будь ласка, про инфраструктуру не правильно распределить, будь ласка. Якщо ви маєте на увазі, кому вигоди, як йде безпосередня виплата прибутку комунальним підприємствам, то зрозуміло, що це одне питання, яке воно, як на мене, не зовсім правильне. Тому що розвиток інфраструктури, зокрема аеропорту, як точки зростання, передбачає розвиток навколо нього. Коли запуститься аеропорт, стане вигідно навколо нього будувати логістичні бази в зв'язку з наближенням і тому подібне. Воно дає назватський мультиплікаційний ефект. Ви можете більш дослідники. Якщо взяти напряму, податок на прибуток після сплати ефекту, звичайно, до прямої сплати податку на прибуток, воно не конкретно. А ви це самі вірите? Так. І я вірю, я звичайно. За сколько, Владимир, за сколько? Потому что есть желающие за 200 миллионов купить, я в это дешево. А чего не продали? Ну зачем, если это очень важно? Продали что? Документы.
Что мы могли продать до сего? Почему? Подождите, почему вы сегодня убыточные, допустим? Да, убытки вы считаете, какого предприятия? Международный Миколаевский аэропорт или международный аэропорт Миколаевский? Подождите, у вас же сегодня много денег, чтобы содержать и тратить деньги. Владимир Александрович, можно ответить на питание? Убытки какого предприятия вы называете? Международный Миколаевский аэропорт или международный аэропорт Миколаевский? Это два разных предприятия. Я так понял, что Владимир Александрович из тех людей, которые скептики, не верят в светлое будущее нашей страны, нашего региона. А у нас все лучше. Нет, послушай, все, Владимир Александрович, мы с вами все голосовали за возрождение нашего аэропорта. Я всем за это благодарен. Я хочу сказать еще немножко. Слышали? За возрождение. Еще немножко времени, а он умер. Его даже исключили с встречи аэропорта в Украине. И я хочу сказать, что вот когда мы запустимся, я не отказываюсь от слов, каждый будет гордиться тем, что за его каденции запустили аэропорт. Он буквально через полтора-два года выйдет на точку безопасности. То есть вопрос не окупаемости, а гордости сейчас? Послушай, это польза и окупаемость, он будет прибыльный аэропорт. Максим Андреевич, не манипулируй. Коллеги, депутаты, у меня просто можно один встречный вопрос? Кроме аэропорта. Вот время задавания вопросов. Да? То есть на тот момент, когда аэропорт лежал в руинах, действительно правильно Федор Петрович говорит, он всех поблагодарил, что вы проголосовали и решили, что... Не, если честно, я за аэропорт. Сейчас, когда аэропорт построен, вы задаете... А зачем это надо? А зачем вы голосовали тогда? Нет, да, вы сейчас все увидите. Нет, почему-то поймали. Вы же приняли решение, и вы свое же решение говорите. Можно вопрос? Зачем вы сделали? Вы все понимали. Нет, одну минуту. Это решение продавливалось. Что значит продавливалось? Ну вот так. Ну что? Вы угрожали? Каждого депутата. Так, ладно, скорее, давайте без шуток. Что-то хочет не меньше, а коротко. По бюджету есть это так? Именно по бюджету. Мы перескочили. Да. Бюджет. Не аэропорт, а аэропорт однозначно в любом случае это нужен. Это спасибо большое. Вопрос другой. Мы, если вы помните, вот когда сейчас говорили про продавливание, была такая ситуация, когда ну, фактически продавили о том, чтобы мы взяли себе на баланс больницу моряков. Вот прям вот срочно, вот нам надо было, это ни к чему не обязывать, вот просто вот, ну вот давайте захотим ее себе взять. На прошлой сессии Алексей Юрьевич рассказывает о том, что нам столько навалили, нам нужно теперь от всего этого избавляться. С области все это отдавать, хотя бы городу хоть куда давать. Вот смотрите, какая логика непонятная. Мы с одной стороны себе берем больницу моряков и хотим ее содержать, а с другой стороны говорим, елки-палки, да нам же не за что все содержать. И мы все это отдаем. Вот бессмысленности можно прокомментировать есть вот этих действий губернатора и заступников? И второй вопрос. Мы таки будем содержать эту больницу моряков? И если мы будем, то зачем мы другой отдаем, потому что мы не в состоянии содержать? И какая необходимость была именно ее брать? Максим Андреевич, спасибо за вопрос. Пока, пожалуйста, без патриотических лозунгов, веру в патриотизм. А можно я тебе кое-что сказал? Мне попросил этот вопрос задать в таком виде. Давайте. Федор Петрович, но мы же не смотрим ваши подсказки. Я вам відповім на це все питання. Зараз, що ви знаєте, у нас відбувається такий процес, який називається децентралізація, який передбачає, що змінюються повноваження, які повинні здійснюватися з того чи іншого рівня бюджету. Тобто, якщо взяти раніше там, напрямки по освіті більш були централізовані, я не ж так, щоб логічний ряд була, то зараз вони передаються безпосередньо на місця. Грубо кажучи, навіть не група, а які по факту на об'єднані територіальні громади. Тим самим здійснюється перерозподіл, з якого бюджету що повинно здійснюватися. Є це розмежування встановлено бюджетним кодексом. Перше питання. Що стосується передачі певних об'єктів, які були озвучені на баланс міста? Чим вони пов'язані? Після того, як йде децентралізація, такий рівень, як обласний бюджет, він буде більш спрямовуючий, депутати будуть визначати загальні напрямки соцекономіки області. Якщо взяти по законодавству, треба глянути контингент людей, які ходять і користуються послугами. Оскільки, коли відбулося 1 січня 2015 року перерозподіл доходів, ви візьмете і побачите, що з обласного бюджету частину зарахування податку на доходи фізичних осіб забрали і віддали його містам. Але ці доходи мають передаватися разом з зобов'язанням. Тобто їм передали доходи, їм дали, як сказали, приведіть порядок свою внутрішню систему. Привели, а тепер під це отримайте і повноваження по розпорядженню. Закладів культури, закладів охорони здоров'я. Ну є різна степінь охорони здоров'я. Якщо, наприклад, у нас є медична, екстрена медична допомога, вона у нас загальна на всю область одна, тому вона сидить в обласному бюджеті, бо не може кожен це створювати. Так само стоїть і лікарня, яку ми хочемо взяти для учасників АТО. То стоїть в тому, що вона буде обслуговувати не учасників АТО одного міста,
Вона буде для учасників АТО всієї області. Саме тому її, да, дійсно, в межах перерозподілу повноважень ми хочемо взяти цю лікарню. Вона спеціалізована, вибудована конкретно під цю ціль. Вона спеціалізовано зроблена, вона не може міняти свій профіль, там одна з вимог, які є. І вона буде направлена на цю ціль, вона під це підготовлена. Грубо кажучи, ми не можемо йти в відділ гінекології і переробляти його на зубний відділ. Він має напрямування. Якщо наше повноваження займатися... Так, ж є больниця моряков, а ми хочемо перероблятися гінекологічно. Колеги, дивіться, ми коли приймали рішення, аргументи наводили. Ми пам'ятаємо, що там парк. Все, вопрос. Дякую. 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 Дякую.